Приветики! С вами Лиз, и мы продолжаем играть в Hotel Business Simulator. Так что тебе приятного просмотра, приятного аппетита. И давай посмотрим, что у нас на данный момент происходит в нашем отеле. У нас три номера свободны. Это хорошо. Так, что у нас с инвентарем? Ага, есть раковина. Хорошо. Так, нам бы вот этот номер поднять до 60 долларов. Естественно, вот эти. А для этого мы будем... косметический ремонт делать, обои, пол, а для этого нам нужны денежки. Естественно, денежки, денежек у нас нету, потрясающе, хорошо. Ладно, давай заглянем хотя бы в номера, посмотрим, что здесь примерно есть. Стены старые, пол старый. Кстати, напиточки мы не пополнили, денежек нету. Так, тут все по-старенькому, даже нету люстры. Понятно. Понятно. Никого еще нету. Никто не пришел и видел, там машина приехала. Скорее всего, сейчас подойдут. Так, барчики есть, это есть. Ага, тут все новое, две ванны, так и должно быть. Пришли. Вот коверчик, слушай, он самый дешевый, но смотрится неплохо. Он реально дешевенький, дешевле всех. Смотрится хорошо, да и прибавляет нормально. Можно будет на нем сэкономить, его купить. Да, тебе куда? Тебе на сколько дней? Дня на два? Ну иди, давай, регистрируйся. Давай. Иди, ты все, я тебя зарегала. Вперед, мой друг. Иди и пахни, так сказать. Биржа труда сегодня пусто. Что, тут каждый день можно нанимать или как? Да, два. Спасибо, два. Ух, так, у нас еще два свободных номера, 135 долларов. На минуточку, магазин, настенное покрытие. Самое дешевое, 150 долларов. Это всего одна полосочка где-то обоев или одна стена. Это не все поклеить, не все сделать. О, 50, кстати, есть. Кстати, есть по 50. Вот эти цветочки, мы их уже брали, они нормально смотрятся. Можно будет либо их взять, либо вот эти вот еще какие-то серенькие попробовать. Еще вот что-то коричневое. Кстати, синяя полосочка, цветаст, фиолетовая. Ну, мы пока по дешевому пройдемся. Ты че? У меня тут в одежде вообще-то можно заходить, ты че? Ему всего один день, пусть за 40 сидит. Что за звуки? Что за звуки? Ладно, не будем впадать в подробности, что за звуки. Так, в прошлой серии мы решили, что мы будем больше обновлять свои комнаты. Блин. Как бы сказать, я просто не мастер в хостесе, и я не понимаю, как это называть. Апартаменты. Хорошо, будем скорее повышать стоимость апартаментов, чем будем покупать новую. Мы так быстрее заработаем, и поэтому быстрее мы заработаем. Красивая ты. Красивая. 3 дня. Отлично. Давай. Так, смотри, у нас есть денежки. Да, нам нужны напитки, это естественно. Давай двое напитков купим, и у нас останется деньги. А кто мне денег привалил? Стоп. Выселился? А, 207-й выселился. Ничего себе, и денежек отвалил. А, это, наверное, чаевые? Потому что, когда они все заселяются, они сразу оплачивают это все. А после они, походу, чаевые вставляют. Я теперь понимаю, зачем они чаевые вставляют. Чтобы... Вот это вот все я убирала. Вот этот вот свинарник. Ладно, хорошо. Достаточно много, кстати, она дала. У нас было 355 и получается 415. То есть она накинула где-то 60 долларов. Нормально. Нормальненько так, хорошо. Даже не буду возмущаться. Ч
Почему ты дверь не можешь открыть со шваброй в руках? И тут даже чисто. Ничего себе, тут даже чистенько. Ну ладно, так. Бывает? Бывает. Так, это мы заказали коробки. Теперь я хочу увидеть, что бы нам купить. Напольное покрытие. Самое дешевое это ковер. Он, как по мне, одинаковый. Мы, помнится, вот это купили. Или вот это. Вот это. И он очень красивый. Вот это слишком дорого для нас. Давай пока... Настенное купим. У нас есть вот цветочках. Раз. Квартирочка. Квартирочка. Номер. Вот. Номер. Все, надо запомнить. Номер есть. Цветочек такой. Давай вот такой коричневый купим. Где-то... Ну вот сколько сможем. 6 штучек. Давай 5. Так, раз, два, три, четыре, пять. Ну, точно 6 где-то надо. Все, вот так вот закажем. Пусть будет. Так, пошла я постельное белье, отнесу в стирку. И закончим день. А то он сейчас начнет. О, начинается, начинается, блин. Алкаш какой-то. Все, давай. Так, это мне не надо, это мне не надо. Где моя посылка? Где моя посылка? Где моя посылка? Приехала моя посылочка. Я не забрала постельное белье. Я забыла. Я забыла забрать постельное белье. Я забыла. Так, хорошо, что у нас здесь? У нас сейчас получается только 207. Ага, надо его до 60 долларов. Как раз таки сейчас мы там и поклеим обои. Я же белье забрала? Я не забрала белье. Я не забрала. Ох уж память так луковая. Не, оно постиралось? Оно какое-то грязное было. Ты видел? Оно было какое-то грязное. Ну ладно. Надо купить отбеливатель хороший. Так, это мы сюда кладем. Хорошо, это мы сейчас поклеим с тобой обои. Ну слушай, по-моему, смотрится неплохо. Сейчас чуть-чуть. По музычке, думаю, как. О! Блин, ну слушай, нормально. Темновато, конечно, но нормально, я думаю. Мне нравится. То есть это намного лучше, чем было. Ну, смотри. Ну, приятно, приятно, приятно. Просто надо будет какой-то пол более светлый сделать, я так думаю. Так. Сюда, естественно, хоп. И вот сюда, хоп. Все. Видишь, у нас на этом все закончилось. Так, давай, барчик у меня есть. Наполнить раз напиточки. Так, теперь мне нужно будет сюда раз, два... 3 и 4, походу. Еще 4. Эху! Здравствуйте. Здравствуйте. Сколько это денег стоит? Раз. У меня денег нет. Ну ладно. Так, хорошо. На. Иди туда. Так, 106 освободился. Пошли. Пошли, 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 пошли. 106. Так, с этой стороны, значит, 106. О, понятно. Так, давай тогда еще раз добавим все, что нам надо в корзину. Это получается 1, 2, 3, 4 точно. И это 4 штуки. 200 долларов. Так, 106. Ага, отличненько. Скоро мусор надо будет выкидывать. Оп. Хорошо. Кто-то есть? Чисто? Чё это с вами такое? Чё это у нас чисто? Опять сосиска валяется на полу. Опять сосиска на полу. Ну что ж это такое, а? Во, кстати, я думаю, что вот такой пол подойдет хорошо под те обои. Там обои темные, надо что-то светлое, я думаю. Вот. Думаю, неплохо будет смотреться. Так.
Пошли это дело. Берем. Оп. 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 30 секунд. Ждем. Вообще нам надо $200, чтобы полностью клеить обои в том номере. Подождите, видишь, уже кто-то пришел. Уже кто-то пришел. А это, по-моему, из 106-го у нас сейчас белье. Ой, божечки. Попьем чаечек, кофеечек. Какой вкусный кофе-то. Ням-ням-ням-ням-ням. Подождите. Подождите. Мне белье надо застелить. Оп, отлично. Кстати, совсем чуть-чуть не хватает, чтобы это дело превратилось в $60. Блин, все равно не хватает. Все равно не хватило. Нету ничего. Все равно вот не хватило чуть-чуть даже, чтобы туда что-то запихать. Так, подожди, давай это уберем. Я реально туда сейчас что-то запихну. Вот, тумбу на 10, может, слушай. А, да нет, там тумба есть. Давай что-то другое. Тумба, что-то декоративное. Вентилятор. Роутер. Кстати. Можно. Вот это вообще скоростное будет. Роутер. Так, давай-ка вентилятор. Давай вентилятор закажем. Ой, декорации. Вот эти прикольные, кстати, декорации очень. Так, нет, подожди, это пока в наши планы не входит совершенно. Пока не входит. Пока это у нас не входит в наши планы, так что сейчас... Подожди, подожди, женщина. Женщина, подожди, мне надо туда поставить срочно. Я купила. Вентилятор. Подожди. Мне нужно подороже тебе продать, подожди. Форест. Форест. Кстати, он хоть и зевает, но у него в глазах не темнеет, это уже радует. Оп. Так. Вентилятор. Понятно. Вторая раковина. Вторая раковина. Вторая раковина. Ну а что, надо как-то выживать, цены поднимать. Будет у нее две раковины. Так, давай-ка. Регистрируйся. Так, 108. Поехали. О, начинается. Закрываю. Ну как обычно, здесь сосиска лежит в углу. Ну как обычно, я уже привык. В смысле? Я только что там была. В смысле? Я только что была... Была. У входа. В смысле? Подождите. Женщина, да подожди. Ты время видела, какое спать пора нам всем. У стойки. Я бы хотела сказать, у стойки регистратуры, но мне это напоминает больше больницу. Там стоит хостес, встречает. Так что я не знаю, как называется человек, который вот здесь вот находится. Стойка регистрации. Стойка регистрации. Какая ты красивая. Пойду еще белье заберу чистое. Явно ты не будешь без белья спать. Оп. Забираю. Подожди, 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 подожди. Ой, спать охота, жесть, как, да, у меня также глаза закрываются. Все, готово, $40. Так, на. Самый дешевый номер тебе даю, почти. Почти самый дешевый. Так, как я там хотела? Настенное покрытие около 5 штучек. Ну, 4 точно. Нужно $200.
Так, все, вы все достали, и я спать. Реально, я хочу спать. У меня самые глаза слезятся. Бывает что такое? Оп. Слушай, мы уже 2 дня пережили. Быстренько. 2 смены. Тут быстро время летит. Так, постельное белье не надо забирать. Так, мы можем никуда не спешить. Нам никуда больше не надо спешить. Здесь мы можем делать ремонт. Что-то потом ставить. Я бы здесь, знаешь, что сделала? Я бы поставила здесь книжную полочку. Диванчики. Какой-то бильярд, например. Уголок настольных игр. И мини-барчик какой-то. Ну, барную стойку, все напитки. И стоял бы официант. И столики немного. Вот это было прикольно. Здесь места очень много. Для развлекаловки вот просто выше крыши хватило бы. И еще вот там на заднем фоне, блин, бассейн бы устроила. Ну, жаль, здесь пока это не реализовано. Отлично, окна в никуда. Окна в никуда. Бывает же такое. Так, здесь мы тоже можем менять пол и так далее. Но представь, сколько здесь надо потратить денег, чтобы поменять весь пол. Офигеть. Мы куча там денег тратим, чтобы в номере это сделать. А здесь... Ишедж какой. 2, 2, 5. Спасибо. Горничные. $5 в час. Я столько не получаю. Так, чем займемся? Чем можно тут заняться? Тук-тук. Тук-тук. Не пускают, не пускают. Не пускают. Так, это у нас 1000. Очень дорого, кстати. Тут у меня все открыто. 1000. 1000, 1000, 1000. Я так понимаю, тут все по 1000. 1000. 750, надо запомнить. Вот тут вот 750 есть. По-моему, были по 500 еще. Или уже все дорогое. Так, это все, что есть на первом этаже. Мало. Пошли на второй. Не так много, я смотрю, номеров прям. Третий. 750. Третий. 750. 500. Вот тут еще один за 500 есть. Отлично. Потом 750. Это третий. А, вот это, мне кажется, 1000 вообще. Нет, третий. И все. И все. Никто еще... А, уже вышел. Ну вот почему ничего нету? И, кстати, денег не дали, походу. Видишь? Так, 107. 107, 107. Денег даже не дали. Типа, я думала, чаевые оставляют, а это не всегда так. Эх. Тогда вот непонятно, кто, когда выезжает. Это либо самому смотреть надо, как мы и делаем. Либо было бы хорошо, если были уведомления. Как я уже и это озвучила. Это было бы отлично, если были уведомления. Мол, выселился, хоп, заселился. Наполнить тоже нечем. Так, надо бы, наверное, заказать. Вот это дело наполнить. О, господи. Что здесь мусор делает? Бросить. Так. Давай-ка закажем напитки. Давай вот так вот. Так. Я слышу. О, кто-то пришел. Кто-то пришел. Я только слышу, двери открываются, закрываются. И это хрен пойми. Они пришли, ушли. Просто так зашли, ушли. Эх. Обновление. Я вас жду. Блин, тут представь, будет куча машинок.
тут друг на дружке будут стоять. О, капец. Да подожди, подожди. Посылка прибыла. Хорошо. У меня посылочка прибыла, подожди. Мать, а ты что, одеться забыла? Ты одеться забыла? Где оденься? Ты что, с ума сошла? Как ты можешь ко мне сюда приходить? Ни стыда, ни совести. Ни стыда, ни совести, ни морали и дезморали. Постыдилась бы хотя бы. О, денежки. Так, забираем. О, вышли. Вышли, мадамы. О, это как будто оделось, а это все еще здесь где-то. Так, подожди, что у меня тут по номерам? Да я хоть посмотрю, что у меня тут. Понятно, подожди. А, это не тот номер. Не тот номер. Не тот номер. Так, это тот номер. Раз. Это два. Это еще надо обои, кстати, доклеить. Так, иди, иди, иди. 108, 106, пошли. 108, 106, 100. А можно я с тобой? Я с тобой. Ай, жаль, я так хотела с тобой-то пойти. Вон какие у меня посетители. Гости. Совсем не дружелюбные. Сосиски свои кидают. Эх. Третий левел. Маловато, маловато. Так, это у нас тут сделано. А, еще вот мус. Кстати, швабра не прорисована. А швабра не прорисована. Совершенно. А, ты, кстати, за мной не видишь, сколько у нас денежек, какой уровень и тому подобное. Блин. Может, потом двигать вебку? Почему-то стало много игр, где как раз-таки за вебкой они все прячут. Я прячу. Так, это я заберу. Вот это я добавлю. Напиточки. Вот это я помою. Ну, нормально. Нормально. Что у нас вообще в инвентаре? Сильное белье и двое обоев. Кто-то еще выселился? Мани-мани пришли просто. А, да нет, нет. Тогда давай еще настенное покрытие. Раз, два. И тогда давай начнем еще с пола. Вот светленькое. Как раз таки 250. Все. Ох, дорого, дорого. Очень дорого, конечно. Но что поделать? Потихонечку мы обновляем твои апартаменты. Чтобы там два белья было у меня. Забыла. Так быстро поспали, что теперь пора за работу. Ну, ладно. Вон, видишь, реально грязно. Посмотри, посмотри, оно грязно, оно не белое. Это все, это ляп. Ляп, игровой ляп. Посылка прибыла, хорошо. Ну, у меня сейчас нету того номера, где я наводила красоту. Так что без разницы. Все, два номера у меня готовы. Можно забирать посылочку и ждать, пока выселится с того номера. Моё, спасибо, вон раз машинка у меня стоит, два машинка, третья, четвертая уезжает. Так, стоп, если она уезжает, она выселилась? Или он? Да, 108. 106 готов, 108. Ой, ну слушай, еще ой, чистенько, нормально, нормально, таки хорошо. Даже барчик полный почти. А, я его не домыла, походу.
Это я не домыла. Ясно, все. Теперь все готово. Ждем, пока освободится 207-й. У нас для него, для них обои горят. Так, 2, 2, 5. Нормально для нас. Горничный. Нравится, мне нравится. Так, туалеты. Джакузи. Элит-ванна. Элит-ванна. Большая джакузи. Ой, деньги отсыпали. Привет. О, вас там двое даже. Ничего выставили. Отличненько. Сюда тебя и тебя вот сюда. Так, все, я в 207, ребята. Зовите. Если что, зовите. Так. Ох, свинарник-то какой! Свинарник-то какой! Вот тут прям чаевые-чаевые нужны. Угу, за такой-то свинарничек. О, боже мой. Офигеть, вот это свиньи здесь жили. Еще им здесь... Еще я буду такую красоту делать в номере, а они потом все запакостят, загадят. Представляешь? Нет. Так, хорошо. Давай обои. У меня... Двое обоев остались. Оп. 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 Так, мне нужна еще одна обоина маленькая. И потом пол. Кстати, пол. Я уже могу стелить пол. А, ну слушай. Давай купим темные и посмотрим. Давай еще темный купим, посмотрим, как будет смотреться. Давай купим темненький. Господи, позорище, ты что, одеться не могла? Напольное покрытие, хочу темный глянуть. И еще одну обоинку. Блин. И напиточки. Так, освещение. Возможно, где-то и понадобится. Кстати, что, тебе надо заселиться? Куда? Подожди, подожди, мне надо постирать свои бельишки. Подожди, подожди. Подожди, 30 секунд. И мне про запас плюс 15. И все будет. Блин, моя машинка так хорошо, быстренько стирала. Ох! Было потрясающе, представляешь? За 30 секунд постирает все. Потрясающе просто. А, у меня сейчас один номер, как раз таки 207, в котором я не доделала. В котором я не доделала ремонт. Так, тогда надо посылочку забрать. Заказать. Снова. И пойти доштукатурить и доклеить обои. Чтобы там поднялся ценник. Поднялся ценник. Оп, хорошо. Так. Это есть. Я заказала. Ага, такое и такое. Хорошо, что-то из этого я, да, все равно выберу. Ладно, пока не буду. Подожди, 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 подожди. Как мне не нравится вот это вот все дело обходить. Так. Раз. Два. У меня что, нету? У меня нет, блин. Так, что я хотела? Я хотела обои доклеить. Я бы даже не заказала. Ну, твою ж. Твою ж. Слушай, ну вот темное смотрится как? И светлое. Темное? Светлое. Я думаю, светлое, ну вообще как-то нет. Вот темное, думаю, смотрится, да? Вот мне кажется, темное смотрится. Вот вроде бы смотрится. Ну, вроде бы смотрится, да? Вроде. Ну, выбора там-то больше нету. Там плитка осталась, ковер и вот это. Да, думаю, темное давай ставим. Всё. Вот так вот.
Красота. Красота, страшная сила. Что тебе надо, ёпт? Что ты хочешь? Подожди. Что? Что? Ну, иди. Иди, ладно. Так, 109. Пошло-поехало. Пошло-поехало. Так, это грязь. Топ. Вот это так вот. Может, мы просто будем ковер стелить, и пока дешевле. Вот думаю. Дешевле же будет. Дешевле. О, сколько мани накинули. Это нормально, слушай. Точно 100 с чем-то. Давай тогда закажем... Да и смысл заказывать пол по чуть-чуть. По чуть-чуть пол заказывать будем. Вот этот. Видишь, больше выбора нету. Светлый, темный. Вот это как бы вообще что-то, ну... Необычное. Так, еще раз пол можем заказать. 250. Хорошо, и можем... Обои. Мне нужна одна обоина. Вот она как раз. Это у нас будет готово. И можем какой-то еще декор. Декорчик. Бюджет. Кондиционер. Декоратив. Декорашн. Декорейшн за 50. Мне что-то за 50 можно? За 50, смотри, 8. Вот они. Очень классные. 50. А за 60, такие две, это будет 10. О, за 30, да. У меня нет 60, у меня есть 50. Давай вазу купим. Давай купим вазочку. А теперь пора баиньки. Пора баиньки, все. Так, когда из 207-го выселится, все, он на уровень поднимется. А это мне надо взять. Положить больше нечего, все, тогда спать. Тогда спадки. Ох, ну мы уже почти подбираемся к левелу. Третьему. Потому что 68 из 100. И это неплохо. Так, это раз. У меня что-то было здесь? У меня здесь нет. О, посылочка. Посылочка пришла. Кстати, мусор надо выкинуть. Надо мусор выкинуть. Жаль, что его нельзя просто где-то в мусорку рядом выкинуть. Надо ходить. Это тоже неудобно. Совсем. Угу, спасибо. У меня в инвентаре есть ваза, пол, обои, пол. Эх, и денег ноль. Так. Да? Обои. Боже мой, закрывается. Так, у нас здесь $60. Так, пока не будем... Это трогать, вазу даже ставить не будем. Будем ставить туда, где у нас сейчас $40. Вот, именно сюда и вот сюда. Ждем, пока кто-то выселится. А здесь вообще на 3 дня. Здесь на 3 дня, 3 дня, 2 дня. Ё-моё, не на 3 дня. Это ж долго. Я хочу там поменять уже интерьер. Дороже оно все стоило. Вот там. О, идет. Новый посетитель. Новые гости. Убрать. Ресепшн. А, это ресепшн. Во! Убрать. Так ничего нет. Куда убирать? Я жду. Я вам это, даже как этот хостес, или как он там, консьерж, открою. Проходите. Добро пожаловать. До свидания. Женщина лукается. Так, заселяйся на. Ждем. О, мужчина. Здравствуйте. А, у нас автоматические двери, и ничего не поделать, извините.
Бывает, они просто не чувствовали вас души, поэтому закрылись. Да. О, здравствуйте, может, вы выселились наконец-таки, а? Нет, жаль. Жаль. Ладно, я продолжу здесь стоять. Продолжу кого-то ждать. А кого мне ждать? У меня все номера заняты. Мне некого ждать. О, мани-мани дали. А, ну конечно, мани-мани дали. Я же заселила человека. 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 А мне даже нету на пол. Где опять находится? Мать родила. Ай. Так, давай-ка на полное покрытие. Блин, это ковер, а чтоб плитку в ванну положить, это такое, такое или такое? Стрёмное все, мне не нравится. Было бы поинтереснее что-то. Она, походу, по приколу туда-сюда ходит. Ну, нравится ей, видишь, ходить. Любовались ею. Они, походу, просто туда-сюда ходят. Махивает на этом. Скучная жизнь директора отеля, когда все заселились на 3 дня и все номера заняты. Скучно. Тряпки не, даже не постирать, пол не помыть, мусор не прибрать. Денег тоже нету. Вот сижу в неволе. Орел молодой за решеткой, в темнице сырой, кормленный в неволе. Да. Орельчик молодой. Цветочек у нас тут растет единственный, прекрасно. Эх. Эх. Раз цветочек. Мини-подсолнух почти. Либо к этой пензии. Не знаю. Еще цветочек. Что нам еще делать? Еще никто не выселился. Я просто смотрю на число класса вверх, который вот за мной. И если оно увеличится, значит, кто-то выселился. Горы. Зато наш отель находится в горах. Он... природный, оздоровительный, горы, природа, свежий воздух, никакой загазованности. Была потрясающая бы реклама, но мы не делаем ремонт здесь. Эта хреновая вывеска висит, даже как бы не побелилась, ничего, окна не поменялись, какие-то старые. Да. Вот такие вот дела. Уже как бы и день закончился, а никто все еще не выселяется. Люксовый комод. Какой красивый. Бюджетный стул. Тут реально даже покупать нечего. Стандартный кондиционер. О. Реально, покупать нечего. Можно было как-то побольше всего, как в хаус-флиппере. Маловато просто. Ладно, давай закончим день. Чем быстрее мы закончим, кстати, день, тем быстрее выселиться. Слушай, мы могли толком даже день сейчас не ждать, не сидеть, а просто пойти поспать. Серьезно, вот оно как. Можно было не ждать, просто пойти лечь спать и все. Хотя откуда я знаю, когда они выселятся? Тут же дата не написана, а я уже не знаю, сколько дней они здесь. 3, вон, все еще 3. То есть, без понятия, когда они мне выселяются. Вот, иди, жди. 19:21, второй день. Что-то, походу, сбилось немного. Немного сбилось там. Совсем чуть-чуть.
закрылась. А почему здесь мусорка закрыта? Обзоры. 5-2. Ай, как же грустно, как же грустно, как же одиноко. А я думаю, сегодня-то кто-то выселится. 100%. Кто-то должен сегодня выселиться. Эх, ну ладно, давай-ка на этом моменте реально закончим. А то ждать, пока не выселится, уже мы уже новый отель откроем. Так что все, спасибо тебе большое за просмотр, за твой лайкосик, за твои комментарии, подсказочки. И увидимся в следующем ролике. Не забудь нажать на колокольчик, чтобы приходили уведомления следующих роликов и стримчиков. Все, всем пока-пока.